нравишься, нравишься. Выше, выше! Хочу, хочу, все понять хочу. Не понимаешься. Ну что, друзья, все, кому было хорошо, поднимите руки в воздух! Твоя любовь издала звук, похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — я тих так просила. Твоя любовь лишь мое светило. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — я тих так просила. Твоя любовь меня доводила, но твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — это так красиво. Легкий ночной бриз, как дорогой парфюм. Мне выпал сектор приз, я тебя украду. В свете неонов фар я отыскал твой шар. Ты для меня танцуй, черт все правила. Что нас может сдержать? Только зажжет искра, жаркое визави до утра. Мы улетим с тобой, куда не купить билет. Я так хочу сгореть в тебе. Лови со мной эти волны ночного города. Они в темноте. Забыть на утро тебя, как выстрелом в голову. Не смогу я подсел. Ты первый ряд купила, да? Когда-то, знаете, было так, что даже начинались туры именно с вашего города, и мы возвращались вновь и вновь. Я был в гостях у вас где-то год назад, да, по-моему, около того. Тогда было не самое удачное место организаторам для концерта, но я обещал, что я вернусь в более комфортный зал. И вот сегодня, посмотрите, вы в креслах, мягко, удобно, видно хорошо отовсюду. Нас видно и слышно хорошо? Я обещал, что я вернулся, и я сдержал свое обещание. Тем более в такой день. Дорогие любимые дамы, от всей души поздравляю вас с 8 марта. Я очень надеюсь, что подарок в виде меня запомнится вам на всю жизнь. Можете смело говорить, да, у меня на 8 марта Лазарев писал. Вот. Я хочу от всей души, конечно, вас поздравить, сказать спасибо за вашу любовь, это взаимная любовь. И хочу пожелать вам добра, мира, здоровья, конечно же, любви. Любви и еще раз любви. Спасибо, что вы у нас есть. И спасибо, что вы сегодня здесь вместе со мной. Спасибо вам! Праздником! Друзья, шоу «Энтур» — это шоу, которая гастролирует по стране и по ближнему зарубежью уже второй год. И позади уже большое количество концертов, впереди большое количество концертов. Но, безусловно, шоу дополняется, появляются новые песни.